И всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Паша, и вы попали на мой канал. И в этом коротком видеоролике я вам расскажу, как же вытягивать пуки вантузом. Но сначала обязательно передам приветы. Передаю привет интернету Эксплореру, диджею Трипи Флеймбою, пользователю белорусский Ваня, игре которой тоже игра, динозаврам, которые играют в футбол в лифте. Ну и, конечно же, Данчику привет вам большой, ребята, от меня. Итак, дорогие друзья, не беспокойтесь, вытягивать пердёж вантузом не так уж и сложно. Тут важна техника, не более. Давайте я вам продемонстрирую в трех скоростях. В трех. Ну, смотрите, мы нагибаемся, тут ничего сложного. Например, вы хотите пердануть, выдавить все газы, но они не выходят. Вы подносите наш вантус, вот, к попе, и вытягиваете пердежи, ну, то есть газы одно и то же. Еще раз показываю. Ну вот, еще вот так вот. Оп, теперь в ускоренном. Оп, и в самом быстром. Оп. Собственно, вот так вот вытягиваются пердежи, пуки, газы из попы вантузом. По счет вантуза, вантус может быть совершенно любым. Главная фишка вантуза – вытягивать вакуум, содержать. Чтобы в этом пространстве вакуум сохранялся, как бы никакие воздухи не поступали. И тогда пердеж ваш успешно вытянется. Ну ладно, дорогие друзья, если остались вопросы, задавайте в комментариях обязательно. Я вам, как всегда, желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и чтобы вы никогда не болели. Храни вас Господь и Аллах, всем удачи и всем до свидания, дорогие друзья. Всем пока-пока.